Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала, вы на канале «Семья на чемоданах», с вами я, Славян. Ребятки, сегодня вас приглашаем в очень интереснейший выпуск. Знаете почему? Потому что это не просто выпуск, в который вот мы едем, что-то делаем. Нет, конечно, мы едем и что-то делаем, но смысл этого выпуска заключается в том, что мы нашли туристический маршрут, по которому в Армении возят всех туристов, которые хотят посмотреть Армению. Нам даже разочек как-то рассказали, что вот отсюда начинаются самые лучшие достопримечательности Армении. Так вот, друзья, на самом деле это миф, их огромнейшее количество, и я думаю, что, смотря наши выпуски, вы это уже понимаете, что Армения – это, ну, далеко не один туристический маршрут и далеко не просто Ереван. Это страна со своими удивительными местами, которые мы смотрим, делаем выпуски и вам показываем. Так вот, друзья, сегодня выпуск про один туристический маршрут, наверное, самый туристический, ну, где действительно бывает каждый человек, который приезжает в Армению, в Ереван. Короче, друзья мои, сегодня будет очень интересно, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в свои социальные сети, а еще, друзья, у нас проходит конкурс «Куда же мы поедем?». Все подробности там в описании. Переходите, смотрите, голосуйте за страну. Погнали в новый выпуск по Армении. Полностью собрались. Говорим этому дому «до свидания». Надо только все захлопнуть. Вот так вот. И все. И погнали дальше. По пути сразу заехали здесь же на районе в магазин. Купили два больших пакета, потому что у нас закончилось все вообще, даже крупы позаканчивались, поэтому купили. А еще прикольное, мы купили, 100 лет не ели, купили шпроты, сейчас посмотрим. Настян, смотри, что купил. Класс, бутеры съедим. Но. С огурчиком. Ага, огурцы есть, помидоры я взял. Может, с помидором, а что, с сыром еще делать? Не знаю. Вот. Ладно, короче, грузимся, сейчас надо все дело закидать в холодильник. Вот теперь мы полностью готовы отправляться дальше в путь по маршруту, который мы запланировали. Сейчас поедем сначала на водохранилище, вообще там хотим сразу остановиться прям на ночь. Вот, не знаю, получится или не получится, потому что мы там как бы впервые, где там ночевать тоже непонятно. У нас, естественно, на торпеде сразу досушивается белье, которое мы утром постирали, оно, естественно, не успело высохнуть. Ладно, в путь. Приехали. Смотрите, как красиво впереди у нас Азатское водохранилище. Там вон я вижу машины всякие стоят. Опа, попробуем тоже куда-нибудь до подъехать. Не уверен, что получится, либо надо вот все-таки пониже, вот по вот этой дороге ехать. Ну-ка, дайте-ка я попробую. Ой-ой-ой-ой-ой. Держитесь. И уперлись мы в болото. Все-таки надо было ехать поверху. Ладно, сейчас будем искать туда проезд или подъезд. Или, кстати, вот он прям здесь. Ну да, кстати, вот налево-то дорога. Видишь, идет. Давай попробуем. Ну вот, уже лучше мы, получается. Видите, до низа доехали. Как бы и можно проехать, но машина-то у нас, ну, завязнет. Там вон видны следы, что кто-то хотел попробовать. А машины — это все вот рыбаки приезжают рыбачить. Опа. Слушайте, ну здесь, конечно, красиво. И, конечно, самый кайф посмотреть это Азатское водохранилище с высоты. Так картинка откроется. Вот серпантин, по которому мы спускались, тоже вообще вау. Вот оно, водохранилище. Раз кусочек, здесь вот два кусочек. Здесь можно... Короче, я смотрел, здесь даже САП эти проходят. Ну, САП-экскурсии. И здесь огромное количество рыбаков, что немаловажно, да, кто любит рыбачить. Вот я вам покажу, смотрите. Вон рыбак, тут рыбак, там рыбак. Вон везде их, короче, много-много-много. Я не знаю, что за рыбка здесь водится. Но вот сам факт того, что покидать удочку здесь можно. А, ну и видите, тут подъездов вообще бесконечное количество. Куда угодно можно. Но есть таблички, что купаться запрещено. И что аккуратно, что на машине можно
съехать в водохранилище. Я не знаю здесь, насколько уровень поднимается, опускается. Поэтому ночевать, конечно, здесь не вау. Еще по одной простой причине, что, ну, во-первых, небезопасно, да, я не знаю по уровню, как здесь вода играет. А второе, это здесь вообще нет связи. И это, конечно, грустно. Но в любом случае сейчас посидим здесь, попьем чаек, перекусим. Вот так вот мы смотримся с высоты, да? И поедем дальше. А еще здесь очень-очень пыльно. Вот это у нас перекус. Шпротики. Не все поймут эту тему. Не все. Класс. С высоты водохранилища посмотрели, мне кажется, клево. Перекусили, рыбу не поймали, не покупались, не переночевали. Отправляемся, ребятки, дальше. Сейчас, правда, не знаю, куда поедем. Нужно сначала добраться до связи, где будет ловить телефон. Вообще, конечно, да, если у вас есть сабборд, здесь приехал, спустил на воду, покатался, сделал крутые фоточки. Но у нас только дрон. Из дрона... Вот смотрится обалденно. Все, let's go. Ехали мы, ехали, приехали. Называется храм Гарни. Здесь, короче, движуха конкретная. Парковка платная, туристов очень много. И, как мы даже понимаем, вход, походу, платный. Но сейчас пойдем смотреть. Парковок здесь много, мы до самой финишной, так сказать, доехали. 200 драм стоит. Купили мы билетики и залетаем на территорию. Языческий храм 1 века нашей эры. Армянским царем, разрушены при землетрясении, восстановлены в советское время. Вот так вот. Да, и вот она, территория. Первый век! Первый век, это самое древнее, получается, что мы сейчас видим, увидим, да? Первый век видели максимально, по-моему, 4-й. Большую роль в определении возраста вот этой всей истории играет греческая надпись. Вот, которая, видите, там Гелиос был написан. И так определили, как я понял, возраст. Настенка спрашивает, воды с собой возьмем. Мы, естественно, взяли с собой воду. И мы постоянно забываем, что здесь везде стоят вот питьевые фонтанчики, в которых можно попить, умыться. И в жару, конечно, это конкретно спасает. Да, это вообще забота о людях, что никто от жажды... Ну, да. Жаркая страна, сухая. От жажды никто не умрет здесь. Дождей особо-то нету, и, видишь, не продают воду так особо. Место прям крутое, мы прям отсюда его видим, что оно очень крутое, восстановленное. Здесь вот, видите, лежат, видимо, вот это, те самые старинные камни, которые уцелели.
Здесь, кстати, еще можно взять, аудиогида и просто ходить и слушать. Ну и да, посмотрите, как смотрится. Так, а здесь что, продают какие-то костюмы, что ли? Интересно. А, здесь готовится какое-то мероприятие, будет концерт. А может, и выпускной какого-то вуза, да. Мне тоже так почему-то сразу показалось. А еще здесь есть смотровая площадка, бинокль. Сейчас посмотрим, какие здесь виды. Нравится, Мироша? О, а, ну это вот прям на реку. Виды, смотрите, как красиво. Короче, этот вот храм еще очень сильно пострадал во время землетрясения. Наполовину был разрушен. Вот, но вот его восстановили. Вот чуть-чуть. И с этой стороны. Вот с той стороны не так смотрится, потому что солнце в ту сторону светит. А вот с этой вообще красота. Да, дрон летает всю ночь, аккуратненько. А какая с этой стороны красота. Река Азат течет, обрывы, конечно, конкретные. Вот это да. Здесь, кстати, еще есть руины. Ну что, Мироша, устал? И вот по этим стенам строго запрещено вообще ходить, подниматься. Только вот по специальным тропинкам. Что это такое, тоже неизвестно. Это же что-то современная инсталляция. Смотрится, конечно, круто. И вот здесь открываются виды. Магия, да? Смотрите. Ну там как живут люди на обрыве. Я тут подслушал еще. Гид рассказывал, что, короче, ступеньки специально сделаны высокие, потому что люди, когда поднимаются, как бы кланятся Богу. Забывали кланяться. Но, представляете, он, видите, Артем идет кланяться. И Родик тоже. Ладно, пойдемте вовнутрь, посмотрим, что там. Очень много китайцев стало путешествовать, наконец-то. Родненькие. Тёма, нам сюда, пойдемте. Воу. Вот что из себя представляет. А что здесь? Здесь непонятно, что. Здесь, короче, народу тьма, да? Сами видите, но у нас получилось сделать классные фотки. Одну покажу, остальные смотрите у нас в телеге. В общем, ребятки, покажу вам это место с высоты. Смотрите. Вкусно? Вау, как ты сказал, Мирош? Вау, вкусно? Надо сразу снимать. Едем на следующую достопримечательность. Единственное, дадим монетку 200 драм. Следующая достопримечательность находится прямо здесь очень близко. Называется Симфония камней. Так что поехали. Доехали мы
на симфонию камней. Здесь, кстати, огромная парковка. Она бесплатная, можно припарковываться. Здесь есть мини-отель, кафешечки, рыбацкие какие-то штуковины, типа там а-ля форель поесть. Вот, и нам нужно сейчас будет пешком спускаться. О, кстати, бокс как у нас. Макс Бокс Про. Вот про что я говорил. Форелевое хозяйство. Здесь вход по билетам стоит 200 драм за взрослого. Дети бесплатно. Ну и вот уже перед нами открывается симфония камней. Мы видели уже что-то подобное. Видели, когда, да, на водопад есть. На выпуск посмотрите тоже. Но это было так высоко, как бы на горе, туда либо надо было идти, либо дрон запускать. Мы ни то не сделали, просто смотрели с высоты. И также такую же историю видели в Крыму, на пляже, как он, в Севастополе. Как пляж назывался? Только там они гораздо... Какой, Яшмовый? По-моему, Яшмовый. Да, только там гораздо мощнее они. Ну а здесь, в общем, смотрите. Кто будет с коляской, с колясочкой спокойно пройдете. Хорошо, что взяли. И вот она, симфония камней, то есть это, по сути, такая порода камней просто. И вот сделали здесь вот платные входы. Предупреждение, что камнепад. Да, это очень сильно все напоминает, как он, соты от меда, да? Да, я вижу, сынок. А, и самое, что интересно, смотрите, там... Слышишь этот звук? Там то ли пчелы, то ли кто, то ли птицы какие-то гнезда построили. И вот эти звуки, видимо, поэтому симфония. Здесь есть табличка. Внимание, опасно, камни падают. И вот посмотрите, как вот этот камень, он уже отделился от всех и готов падать. И еще вот этот камень тоже отделился. Ты слышишь звук, Тёма? Что? Камни поют. Это как? Вот так. Ну, посмотрите, как отсюда смотрится это. Потрясающе. Да, и вот туда дальше. Вообще красота. Здесь, кстати, действительно нужно ходить очень аккуратно, потому что камнепады, они имеют место быть. А видите, какая история? Здесь, кстати, речка. Сейчас тоже туда подойдем. И вот на этой стороне вообще тоже круто смотрятся они. Да, о, озеро. Вот она, речушечка горная, можно ноги освежить. И вот они, каменные соты. Не, ну смотрится, конечно, очень круто, масштабная такая история. А вон они обваливаются. А вечером, кстати, здесь своя атмосфера. Видите, стоят огромные такие LED-светильники, которые это все дело подсвечиваются. Ну и в темное время здесь просто вау. Хоть ноги освежить. Вода, конечно, леденющая вообще. А вот здесь вот табличка о камнепад, и все вот огорожено. Но здесь, кстати, по-другому. Посмотрите, здесь, видимо, сквозь камни как-то вода проходит. Все мокрое и зелено. И смотрится, конечно, вообще по-другому. И отсюда, кстати, вот с этого места, посмотрите, открывается вид как раз на вот этот храм первого века. Представляете? Вот, то есть оттуда мы смотрели сюда и думали, о, как здесь прикольно. Оказывается, это симфония камней. Оттуда открывалась, а отсюда храм. Самое лучшее место в этой всей симфонии камней, это вот где вот эти гнезда, и издается вот этот интересный очень звук. Действительно необычно. Класс. Едем мы на следующую достопримечательность. Монастырь — это прям финальная точка. На самом деле сегодняшнее вот это наше путешествие, да, вот этот выпуск, он прям такой, как возят здесь туры. Туры до вот этого монастыря и вот по вот этим всем локациям мы сегодня прокатываемся вместе с вами и вам показываем. То есть вот можно на машине самостоятельно это все спокойненько проехать, ну и там, где особо много людей и водят гиды прям, можно упасть на хвост и послушать интересную информацию, как это сделали мы в пару мест. И вот мы подъехали, здесь вообще просто огромнейшая парковка. Да. Ну вот, ночу не хочу, как говорится. Мы в прошлом выпуске показывали, как мы гоняли вечером в скейт-парк, все катались.
И сегодня мы очень много вообще прошли ногами с горки в горку. И сейчас ноги вообще просто не идут. Вот мы подъехали к монастырю, и реально ноги не идут. И я думаю, знаете как, давайте, если они не идут, пока мы все отдыхаем, Настенка там вообще лежит. Я запущу дрон, и мы посмотрим, как вообще там сверху. Потому что вот отсюда с пригорка видно, что храм находится на реконструкции. И надо обязательно посмотреть, что вообще там есть. Обидненько, что он на реконструкции, но значит так нужно. Вот эта гора, вот с крестами, видите, вон они. Как туда люди поднимаются, я, короче, так и не понял. Здесь растет типа слива, алыча, мы вот прям под этими кустами встали. А если проезжать дальше, там парковаться, там уже парковка платная. Здесь можно и переночевать, в принципе, но опять-таки везде, где мы стояли, возле монастырей, всегда приезжают вечером. Ну, ночью, точнее, уже молодежь начинает громко слушать музыку, где-то резину жечь. Вот, это как бы не совсем вау-история. Не знаю, почему они делают это возле монастырей. Поэтому мы, наверное, поедем дальше. И, скорее всего, в кемпинг. Здесь можно купить вон всякие сувениры. И, конечно, всяких разных ништячков. Класс. Вон попугаев можно купить. Армянских. Конечно, архитектура, как и на любом храме, на котором мы были, она прекрасна. Класс. Что, заходим, пойдемте смотреть. Ух. С собаками сюда нельзя, кто приезжает. С животными, знаете. Вау, красиво. Ну вот одно дело, да? Смотреть это все с дрона, а теперь мы здесь с вами прям находимся. Согласитесь, немножко все это дело по-другому. Какие красивые скалы. О, да. В таких местах можно просто посидеть. Смотрите. Архитектура.
Здесь вот тоже видите такие камни, и там различные надписи. Кстати, такой фонтанчик видим впервые. Вот если хочешь помыть руки, вот оно течет просто снизу. А чтобы попить, нужно закрыть, и она сразу вверх. Короче, Мироша заценил вообще. Здесь еще, кстати, есть река на заднем дворе. И очень интересный мост. Ну, слушайте, ну здесь, конечно, здорово. Вообще в любой храм, который приезжаешь, я не знаю, мне кажется, потом по итогу, мне кажется, мы сейчас путешествуем по Армении и сделаем прям выпуск топ монастырей, да, в Армении, потому что есть действительно прям очень лютейшие монастыри, которые мы видели, где мы ночевали, вот. Есть там труднодоступные, на которых вообще не каждый поедет на своей машине, потому что очень серьезные серпантины. Вот мы сегодня едем по всем этим местам, вот. Многие лица уже знакомы, вот видите, автобусов сколько, это все прям турами возят. Ну, на этом прекрасном месте, под этот замечательный танец на сестёнке, замечательную музыку этих ребят, которые там играют, можно завершать данный видеоролик. Вот такой вот маршрут есть в Армении из Еревана. Огромное количество туристов сюда привозят и даже привозят вот такими огромными автобусами. Мы вам его сегодня показали, сами прокатились. Ну а как ехать вам, это уже на ваше усмотрение. Мы делаем наш авторский гайд по всей Армении. Вы его можете спокойненько приобретать, путешествовать своим ходом, останавливаясь в тех местах, даже с палаточкой, дикарьком. Мы на себе все проверили и все туда внесли. Такой большой-большой маршрут по Армении. Ну и также по ссылке в описании сможете найти наши другие гайды, которые мы создали. Все, ребятки, будем с вами прощаться. До нового выпуска. Пока!